Друзья, всем привет-привет! Ой, редко выхожу на канал, работаю полно, поэтому не выхожу. Сейчас я занимаюсь пересадкой, перевалкой, ой-ой-ой, сейчас упадем, перевалкой петунии. Она уже у меня наросла, сейчас покажу. Вот такая вот красавица. Поливать, если честно, уже устала каждый день. И все равно она пересыхает, как перчатки одела, как умные. В перчатках работать не умею. Каждый день я ее поливаю. Естественно, ей нужен объем. Петунья у нас любит побольше объем. Корневая у нее большая. О, вот какая, смотрите, корневая. Я сейчас вот так вот сделаю. Рвать ничего не буду, просто вот так вот сделаю и посажу. Ну, лишнее могу убрать. Черенковать тоже надо кучу, целую кучу. Вот видите, подсохло. Садила в литровый пока горшочек. Честно, пересадила побольше горшочек, но ставить некуда. Черенков брать надо тоже целую кучу. Но не могу, не беру, потому что ставить некуда. Из-за этого я, честно, злюсь, психую. Вторую теплицу поставить, ну, включить, поставить туда пушки. А у нас опять обещают морозы. Там 22 аж. И поэтому я побаиваюсь, что не потянет у меня пушка. Еще придется недельку подождать. И гортензии у меня сидят в подвале. Тоже надо вытаскивать. Но я залазила, посмотрела. То есть спят еще девчонки. Вполне можно подождать. Но с петуньей, конечно, проблема. Вообще неудобно. Неудобно сидеть. У меня здесь нет места. У меня все завалено. Сейчас я вам покажу. Так, все-таки я снимаю перчатки. Зря только потратила денег. Все у меня завалено, и на полу все стоит. Болтать буду с вами, как бы номера мне не забыть. Все стоит на полу. Здесь вот полочку можно еще поставить, рядочек, но боюсь, морозы будут, а там промерзают. У меня там фуксии замерзли. Наверное, штучек 50 фуксии замерзло. Смотрите, какие хорошенькие. Я их уже черенковала, не раз черенковала. Сейчас бы я бы еще вот этот вот, например, череночек был бы хорошенький. Убрала бы, и компактный получился бы у нас кустик. То есть он начал бы нарастать, ну, шаром таким. Эта петунька вся вегетативная. Ну что, начеренкую сейчас в какие-нибудь маленькие емкости. Я люблю черенковать в кассеты, и в пакеты или в боксы. Но мне ставить некуда. То есть у меня все везде забито. Смотрите, какая хорошая корневая. В маленькие пластмассовые ящички у меня есть. Сейчас в маленькие пластмассовые ящички у меня уже стоит дома, на кухне, на столе. Что-то то темно, то светло. И хочу сказать, что нормально зачеренковалась, ни под какими ни лампами. Ну, как лампа, вот обычная наша лампа, и с окошечка свет. И спокойненько они у меня дали корешочки. Так, немножечко здесь тоже уберем. Вы представляете, сейчас вот это вот в литровый посадила. Буквально неделя, и перевалить бы ее в кашпо. Она уже начинает цвести. Цвет я обрываю. Перевалить бы ее в кашпо, и было бы вообще чудесное кашпо к маю месяцу. Я не продаю просто взять кашпо. Вот сейчас, да, посадила и продала. Нет, я его постоянно щиплю, щиплю, щиплю. Пусть я попозже вынесу свое кашпо. Но зато у меня будет такой шар весь в цветах. Весь красивый. Не длинные вот эти вот плети. Не люблю, когда длинные лысые плети. Так, не забыть номерочек. Вот. Сразу какая хорошенькая. Так, давайте я пройдусь. Покажу, что у меня подросло, как у меня. Ну, подросло хорошо. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Все, видите, стоит на полу. Вот моя гортензия. Тоже ее щиплю, щиплю. Она все прет и прет, прет и прет. Вот мои фуксяши. Это я от Марины получала. Хочу пересадить, потому что сидит у меня в торфе агробалт. Вообще мне никак не нравится. Такие у меня диплодении. Тоже надо резать. На все руки не доходит. Здесь у меня гортензии. А вон мои гортензии, которые я выгоняла к 8 марта. Ну, мороз сделал свое дело. То есть вот эти вот, которые расцвели, они стояли наверху, им было тепло, хорошо. Видите, белая вообще полностью раскрылась. Принцесса Диана тоже какая красивая. Сейчас я поближе.
Сейчас попробую поближе. Видите, у меня здесь все. Ногу поставить некуда. Опа! Вот она какая, смотрите. Ну, красотка. Вот это вот тоже окрашивается. Красиво все так. Угу. Вот здесь у меня петунька зацвела. Так, вот это, между прочим, должна быть в крапинку. Ну, первый цветок, я никогда не обращаю внимания на первый цветок. Бакопа, надо черенковать. Все надо черенковать. Вот буквально недавно пересаживала. Посмотрите, какие коньяки стоят. Прям такие хорошенькие. Здесь вот у меня тоже. Кстати, у меня и дома стоят еще гортензии. Здесь лучше, чем дома. Ну, это понятное дело. Тут гортензии. Смотрите, какие у меня хорошенькие бегонята. Уже цветут. Сейчас я вам покажу цветочек. Я вчера где-то видела. Вот, я думала, я его оторвала. Вот такой вот цветочек. В теплице жара стоит. 40. Вот, смотрите, какой хорошенький. Не знаю сорт. А вот какой цветочек. Ой-ой, ну что-то никак не поверну. Во, какой огромный цветочек. Красивый. Здесь получилось, получается, два женских, один... Ой, наоборот. Два мужских, один женский. В принципе, бегонии у меня... Я считаю, что они у меня шикарные. На улице начало марта. А они, видите, как уже разрослись. То есть к маю месяцу это будет такое красивое цветущее кашпо. И как бы мне не уронить это цветущее кашпо. Вот у меня хлорозит. Ну, я вам показывала. Лечу. Кстати, та гортензия у меня намного лучше стала. Бесконечный лет скоро зацветет. Вот купила новый сорт цветочка. Забыла, как называется. Ну, неважно. Вот такую петуньку тоже взяла новый сорт. Сейчас я ее всю порежу. Диплодени. И вот такие вот три махровые петуни. Сказали, что две, оказалось три. Сейчас я это дело пересажу. Во-первых, это еврочеренок. Импортный. Ой, как бы не уронить. И порежу. Они уже жесткие. Люблю мягкие. Но ничего страшного. Все укоренится. Петуния, смотрите. И что я поняла? Вот видите? Думала сначала трипс. Клещ обрабатывал, потом что-то не хватает. Вирус. В итоге это всего-навсего жарко. Убрала в другое место и начал лист хороший. Сейчас покажу малышей. Ну как малышей, уже совсем не малышей, они выросли. Вот, убрала их вниз, внизу попрохладней. И вообще себя замечательно стала чувствовать. Смотрите, как она распушилась, красивенькая такая. Петушечка. Здесь у меня розы. Розы только пересадила, они сразу поперли расти. Эти розы прошлогодние черенки были у меня 50-граммовых стаканчиков. Видишь, они, видите, зимой, за зиму они все-таки подросли. Так, что у меня дальше? Здесь у меня подмерзшие гортензии. Ну, ничего, себе оставлю. Здесь вот гортензии, белые гортензии, все-таки ранние гортензии. А вот у меня сбежавшая невеста. Оставила специально цветочек посмотреть. Ну, пока я, если честно, не в восторге. И, в принципе, от нее не в восторге. Расти не хочет. Вот этому кустику 2 года. Вообще расти не хочет. Я здесь пересадила... Как сказать-то? Как ее называют-то? Забыла. Ну, вы знаете. Насажала. Буду кашпо наращивать красивое. Смотрите, какой у меня лофос. Я его постоянно чикаю. И вот такой он у меня стал пушистик. Здесь был один черенок. Здесь у меня фуксии тоже все наросли. Ой, все. В принципе, неплохо, но всему очень жарко. Днем и холодно ночью. Сейчас опять, тем более, обещают морозы. Вот это вот я сейчас постараюсь пересадить. Все, наверное, не получится, потому что ставить будет некуда. Смотрите, какая лобелия, вегетативная красотка. Так, сфокусировать надо. Ну-ка. О, там где-то еще была другого цвета. А, где-то есть. Где-то стоит. Здесь вот у меня тоже бегоники. Бегонята малюсенькие. Дома у меня еще очень много бегоний стоит. Вот у меня петушка. Это уже пересаженная петушка. Вот ее бы еще раз пересадить, но места нету. А вот она, видите, подсохла. Не уследила, подсохла. Ничего страшного, сейчас полью, отойдет. Как мне хочется огромную теплицу. У меня теплица маленькая.
3 на 6 всего. Естественно, туда всего не посадишь. Возможность у меня есть. Вот, пожалуйста, черенки. Черенкуй сколько хочешь, но ставить некуда. Вот такие малыши. Диплодении череночки подрастают. Ой-ой-ой. Вербена. Вербена вообще ужасная. Ну как, она была бы не ужасная, если бы я ее пересадила. Но опять из-за нехватки места. Здесь у меня калибрашки. А вот это она зацвела. Смотрите, какая красивая. Ой-ой. Прям красотулька. Калибрашки. Вот мои бегонии, вечно цветущие. Видите, какие большие стали. Вот на них солнышко попадает, и они начинают гореть. Не знаешь, солнышко хорошо и солнышко нехорошо. Пеларгонии. Пеларгонии начинают цвести. Калиопа. Сплэш. Так, что у меня здесь наверху? Вверх у меня тоже вот такой веселенький. Все потихонечку нарастает. Вон они, бегонии, смотрите, какие. Хорошенькие, пушистенькие. Хочу в этом году сделать зону такую, посадить одни бегонии. Гортензии потихонечку тоже нарастают. А, конечно, хотелось бы получше, но... Здесь вот у меня петуни, тоже череночки пересажены. Малюсенькие такие были. И вот они как... Быстро развиваются, вон уже цветут. Блин, я бы к вам пролезла бы показать тут цветочек. Очень красивый, это новинка, серия звездная. Не могу показать. Вот смотрите, пересадила вербену и сразу другой вид. Она толстая, жирная, хорошенькая сразу стала. Фукси. Тоже тут лес у меня из фукси. Вот эти фукси у меня добавлено удобрение Оми, по-моему, называется. В грунт я добавляла долгоиграющие. Вот, видите, половинка. И как отличается. И вот здесь. Не хочет расти. А здесь хочет. А здесь не хочет. Так, что еще показать?